Всем привет, с вами как всегда я, Комар, и сегодня мы узнаем, что нам дадут за такого вот этого спайдерлина. Если хотите узнать, откуда такое он у меня, я дал на него, смотрите. Так, я дал на него, вот как я получил, еще второго года. Одного года я выбил, я вообще тогда сидел. Потом вот на шефа и сейчас идет. И вот шеф и гринлазер на спайдер сиди. И теперь пишем трейд гринлазер. Ой, спайдер сиди. Если кто-то мне бесплатно пришлет на почту гринлазера, я буду очень рад. Мой ник Рамил. Короче, вот мой ник. Если кто-то пришлет гринлазера, будет очень приятно. Включаем трейды. И начинаем писать. Что же мне дадут за Спайдера ТВ? Никто не хочет Спайдера? А, вот первый. Что ты мне дашь за Спайдера ТВ? Ну? Олд Гогли, ты серьезно, чел, плюс? Сейчас, если не добавить, ну все, это понятно, это он не знает цены, он вообще какой-то сумасшедший. Трейд, так вот, чем мне кинул трейд? Я бы согласился на какие-нибудь... Так, что ты мне дашь? Не знаю, на что бы я согласился. Так, инженер, тигнутый. Хорош, блин, тигнутый инженер мало. Как полтора инженера получается. Нет. Он даже не сигнутый. Не буду. Сложно такое давать. Нет. Ну давайте. Я хочу нормальный кофе. Так, все. Давай. Инженер. Отлично. Рейва, спайдер, отлично. Ой, ну классно, конечно. Перезаходим. Что это? Чё? Понятно, мне кинул какой-то дурачок репорт. Ну классно. За то, что я просто трейдил Спайдера ТВ. Вообще офигенно. Давайте, тут может кто-то есть, кто может дать что-то классное. Давайте. Идем до Трейдинг Плаза. Заходим на Трейдинг Плаза. Ну, давай быстрее. Давай. Еще раз повторю, присылайте на мою почту, получается, юнитов. Я буду очень рад, если мне кто-то их даст. Вот моя почта. Очень рад. Вот желательно гринлазера прям. Если я вас не заставляю, я просто вас прошу. Если кто-то даст, будет. Два раза не пришло. Так, ну это очень плохо. Спайдер ТВ как-то больше стоит сейчас, чем раньше. Вот так, ой-ой-ой, чела коррупт, ну ничего себе. Давай. Ну, что ты дашь? О, понятно, еще хуже. Я думал, мне меньше инженера ничего не дадут. Тут трейдит инженера. Что вообще у кого есть? А, это понятно. Это вас бадры тут ни у кого нет. Либо... Отлично. Вообще идеально. Максимум, чтобы я дал за этого титана, это Годлить.
ТВ, и то он лучше. Ну, он, конечно, не дороже, но лучше. А чё? Ещё никто таких трейдов не кидал. Что это? Две пилы, капец, конечно. Титан Кловерман? Ну не знаю, может быть на Титана Кловермана? Давайте мне в трейд. Интересно, он согласится, нет? А, нет, он в трейде. Никто не хочет Квадро ТВ? Серьезно, что ли? Что у кого вообще есть? Понятно, хайпера нет. Может быть, у кого-то есть коррупта, которую я могу бы добавить? Нет. Лакшфайрворк в такси. Там бы не... Может быть, у кого-то есть много... Нет. Ну ладно. Тогда идем. Чтобы мне кто-то кинул трейд. Может, у меня трейдер? Да нет. Титан Ковермен трейдит. Ну давай, давай, прими. Согласись на этого спайдера. Я понимаю, возможно, это мало. А, ну нет, я не дам. Ковермен, все. Мама, да, ну не знаю, не знаю. Понижается же он в цене. Причем быстро понижается. О, вот трейд. Может перезайти просто. Лоби. Походу мне никто сегодня хороших трейдов не даст. Почему-то ютуберам за Spider TV популярным много чего дают. А мне просто какой-то... Да, я ничего лучше инженера Сивинта не видел тут. Чтобы мне давали за Spider TV. Вот сигнутый инженер и шеф. Ну, не сигнутый, конечно, шеф. Было бы вообще круто. Давай. Завтра я... Нет. Послезавтра ждите туториал, как быстро и легко пройти. Получается... Эвент. Правда, там дорогие юниты будут. И подешевле. Для тех, кто вообще имба. Для тех, кто... Ну, это... Среднячок такой. Давай быстрее. 7200. Он стоит 7,5, и то я не верю тем листам. Нет, вообще нет. Я видел то, что твой спайдер там за люди подороже продавали, и у него реально покупали. Даже не Сиган, шеф, ты серьезно? Мне давать за СТВ спайдера? Я, конечно, мало знаю. Это прям очень. Кто топ-1? США. Давай. Ну что-нибудь нормальное, Дайзер. Мало? Это если по старым ценам смотреть. Очень мало. Сейчас, если мне нормальный трейд не кинут, я отправлю вот этому. Сышина. Какой у него ник? СШС. Ну вот еще мне кто-то кидает. Понятно. Что? Понятно, он даже не хочет принимать трейд. Ну, получается, сейчас последние трейды. Никто, если ничего не даст, то придется вернуть видео. Кто не хочет Spider TV? Серьезно?
Вот вы что издеваете? Спинси, стыща, вы что? Ладно, бы он фиган был, и то. 150. Клич, который стоит 100. 300 за апгрейд титана камерамена из... О, люди поплыли. Давайте без шуток про тракториста. Что? Встаю. Нет. Да нету у меня грина. Тем более это мало за грина. Я бы не согласился. Ничего, отдашь ты мне у норму? Ну понятно, просто держал мое время. Давайте еще 5 минут протрейдимся, посмотрим, дадут мне что-нибудь или нет. Кажись, мне ничего никто не предложит, давайте хоть завершим видео, интересно. Мы пройдем карту новую, получается, подли. Обязательно. ТВ Спайдер обязательно. Потому что у меня начальных юнитов-то больше нет. Я бы началку и ТВ Спайдер взял. Нет, давайте так. Так, Годли, Титан Банни, ТВ Спайдер. Кого еще? Ну давайте вот тебя. Сиган от Кроноса у меня, кстати. Ну и давайте сам. Все, пошлите, в принципе, в игру. Сейчас как раз, ну это, конечно, мало у кого инвентарь есть. Смотрите, тактика такая будет. Если у вас нету таких же юнитов, как у меня, с моими юнитами вы, понятно, за 19 минут пройдете очень быстро. Если у вас нету таких же юнитов, как у меня, то сейчас я вам скажу, кого вам надо брать. Они почти у всех есть. Смотрите. Вместо Годли мы берем Синистра. Вместо вот этого Титана Баннимена мы берем Лепрекона. Вместо Стева Спайдера мы берем Грин Лазера. Ну, у меня нет Грин Лазера, очень жалко. Но вы берите Грин Лазера. Вместо него, довольно-таки дорогой сейчас, берите Камера Гапар, Дрон, либо Медик. Но Медик очень слабый. А, получается, вот... Дешевый инвентарь сделаю. Ну и сам-то у каждого вообще есть. Вот, вот вам инвентарь. Вот так вот вы играете. И всех просто на изи. Так, а я соберу свой инвентарь. Ну все, пошлите, в принципе, играть. У меня 8600. Это когда продлевание инвентпаса будет. А оно, скорее всего, будет. Я смотрел кое-кого ютубера, смотрю, понимаю такое. Ну и в принципе я готов буду к новому продлению ивента. Надеюсь, там будут давать вот этого года. Я бы хотел его затестить, чтобы играть, сыграть только за Годли юнитов. Я сниму такое видео. У меня было такое, но там было только 2 Годли. Ну? Ну. Ну понятно, я какой-то черный, не буду расистом, я. Так, давай. Стива Спайдера надо поставить, ТВ Спайдера. Вот сюда уже. О, давайте вот сюда. Никто не пройдет вообще никто. Вот. Идеальное место, по моему мнению. Дайте деньги. Деньги. Нет, не дает. А, я же автоскип забыл поставить. Ну, вот, поближе там. Все. Смотрите, что ТВ Спайдер делает. Бам. Бам. Сразу же несколько юнитов. Не знаю, кто из них получит сейчас ТВ Спайдер, если, ну, по игре нет. Понятно, то, что по ценам. По игре шеф очень спадет сначала. Очень. Смысл не то, что вот так. А получается он очень сильно. Очень. Ну, блин, жалко сюда не поставили. Нельзя,
Ладно, давайте сейчас мне нужно будет прокачать нашего тестфайтера, чтобы у него гораздо меньше было перезарядка, хотя можно и не прокачивать, я думаю, он и так справляется. Куда ты пошел? Что? Че это? Где твой спайдер? Че? Че это было? Мы же сейчас проиграем. Что это за фигня? Я надеюсь, ты убьешь вот этих пацанов. Давай, тебе нужно всего точку. Он застрял. Он сейчас будет делать манки какую-то. Я это не знаю. Смотрим наверх. Че где? Вон, видите? Уи! Как ульта Мика. Все, пошел, раз в секунду. Дубас. Давай, давай, спайдер. Я же тебя так не отдал, давай. Я с ним играл только один раз. Арт режим прям на изи его можно пройти. Давай, давай. Ну все, это имба. Это просто вот сюда поставить вот этого нашего друга. И началка наша готова. Начальная защита. Вообще имба. Ну прокачайся же ты, я же жму. Я не пойму, у меня с прицелом. А, ну понятно. Этого спайдер стратит. Мне бы сейчас 1400, чтобы он вот так вот мелко прожигал. Давай, давай. Ну, да куда ты полетел, манки? Где этот манки? А, вот он. Ну раз ты манки, то загаси их прыжком, просто прыгни на них и раздави их. Давай, у тебя теперь 3 телевизора, давай, давай, покажи этому дурачку. Эй, эй, у тебя был САУ! Явно интеллект у него слабоват. Да, ну понятно, он сейчас опять полетит как сумасшедший. Сейчас за 3К его прокачаем, наверное. Как он его бьет? Я не понимаю, что-то в этой игре или что, я не знаю. Что-то не понимаю, может быть, так должно быть. Он просто не разворачивается и все равно бьет. Это как? Понятно, застанет ли нашего дружка. Классно, то что этого спайдера не станет. Вот как он бьет. Опять эта макака улетела и полетела обратно. Сейчас. Ну что ты делаешь? И где она? Где ты? А, вот все. Я уже обкакался. Да что ты делаешь, сумасшедший ты, а? ХРД падает. Я тебя за 6000 прокачал, давай. Ну ты опять мне перечёл. Где ты вообще? А вот он. Давай, за 6000 тебя прокачал. Покажите, скипит. Ну опять ты в небе, или да что ты там делаешь, а? О, как хорошо дубасишь, а. У этого, кстати, АУЕ вообще офигел. Где у него это АУЕ находится? Он, может, как спикер работает еще. И там. Или, не знаю, он может быть у него. Вот здесь какой-то луч в ядре. Или на камере какой-то луч, который в АУЕ работает. Вот эти вот секунды.
работаем. Что стоит второго трансфайдера или кого? А пусть один трансфайдер стоит. Годли потом в конце поставлю как-нибудь. Ой, этого спайдеров потом в конце поставлю, когда денег на Годли не будет хватать. Вот сюда вот его поставить будет шикарно. Вот, да. Это токсик просто вот сюда вот вырезается. Давай. Все, Балклаун. Сейчас поставим нашего ТВ Титана. Хватает. Все, покажем нашего друга. Пошел! Ладно. А что? Ладно, я что-то не понимаю. Опять твой спайдер пропал. Он тут появится и полетит в космос. Да опять ты что творишь? Ну харе уже. Может харе? Ну харе, это как манки работает. Давайте все. А кто тут сразу? Три, пожалуйста, мне за другие игры популярные заметки, когда спайдер вот это падает. Лампы увидят и исправят то, что вот тут вот два спайдера их ставишь, а они такие. Пока! Да, будет падать, но уже волне появился, я офигел. Что-то сложно было с Evil Wave на второй волне. Я шефа тогда взял. У него урон раз в 2 секунды был. Денег нет, прокачать не могу, чтобы у него урон в секунду был. Просто фиг. Evil Wave. Все, вот вы на марке вообще. Ну все, пацаны, пока. Пора. Ну я думаю, одного только спит, когда пару бронзов, да? Вот этот чубрик будет гасить их на 2 минуты, и он только спит по пару бронзов, не поможет. А сюда будет. Вот. Все идеально. Идеально. Почему он вначале выглядит как не титан Тагумен, а какой-то джентльмен? И по
подумали про реального джентльмена, а не про джентльмена с Кингом 2. А потом в конце. Не знаю, при чем тут бомбардировка. Бомбардировка. Делают, получается, он меня найдет. Ну, если в пранке это. Может, еще одну посмотрим? Еще одну победу. Вообще, посмотрите. Ну, конечно, тут основа урона вообще не от ТВ Спайдера, а от Годли ТВ и вот этого пацана. Вы меня поняли, о чем я. Какой же он мелкий по сравнению с Годли. Титан Банни. Какой Титан Банни, Камерамен? Вы о чем? Это Титан Банни Мэн должен быть. Ну, следующий волны. Спать хочется. 28 минут ролик уже идет и 7 секунд. О, а, я подумал, у меня игра залагала. Чудо этого спайдера поставить. Может быть, обзор на этого спайдера поставить. Хотя бы и так все знают, сколько этого спайдера стоит. А что у меня там того спайдера стоит? Давай, застань его, будет прекрасно. Вообще круто то, что он встанет тут может. Ой, ё-моё. О, у меня же этот еще не прокачан, точно. Титан Банни, камермен такой подозрительный. Надеюсь, мои родители не хотят меня. Кошки, пока. Пора. Завтра будет лучше, чем вчера. Так, 3 радиуса. Этот до сюда, этот... А, это только 2 радиуса. 3 радиуса, я как понимаю, нельзя. Да. Ну, вообще имбо... О! Вообще все имбово тут у меня.
идет уже 30 минут, полчаса я делаю видео. Это капец. Вот сюда вот еще мы будем поставить. Титан Бани. Бани, вот этот босс вообще затормозил и офигел от жизни. А вот он. Бегайте. А что, ты не должен, типа? Дайте. Ой, а, ну нет. Дольше. 64-я волна. Играю я 17 минут. Еще 19 минут смогу. Или, как обычно, 20 минут. Но 19 минут я проходил с Синистром. Там вообще имба была. Ну, Титан и Синема, они в конце жестче. А с Синистром посложнее. Там они в конце могут проиграть. Я даже проигрывал, помню. А я чуть просто застану, просто буду... Вот этот своим мечом. Да, да, да. Слабаки какие-то. Я с такой проиграю, я представляю. А, так я же могу просто все продаем Титаном Бани. Титаном Бани продаем. Вот сюда вот поставим нашу синюю. Где наш этого спайдера? Продаем этого спайдера. Продаем спикер дрон. Продаем этого спайдера. Чё я сделал? Мы сейчас проиграть же можем. Вот этого застанили, это плохо очень у нас. Сейчас застаньте нашего бро. Да, 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 да. Как плохо. Все идет плохо сейчас. А, ну вот это нам в принципе бесполезно. Мы сейчас проиграем! Из-за моей глупости! Проиграл просто этому легкому боссу. Ну вы поняли, я могу пройти. Это легко, это легкий ивент. Просто я случайно продал своего Годли. Из-за этого пошло все не по плану, и все бам, и все плохо. Ладно, всем пока. Удачи. Желаю вам всем много этого спайдеров. Пока.